А ты увидел белочку? Да. Увидел? Видел, вон скачет. Скачет. И площадка. И площадка. И все в воде, да? Все в воде у нас. Волга растаяла, да, уже? Уточки, смотри, Дим. Все грязное еще. Всем привет, с вами канал Артмани. Приехали мы в парк Гагарина. Думали, солнышко сегодня будет. О, сколько грязи. Кошмар. Посерединке только осталось. Такого, слушай, я никогда не видела. Смотри, большая рыба дохла. Неужели такая живет здесь? Да. Здесь такие рыбы живут большие. Вот смотри, Женька, шлепнешься, тебя съедят. Ну, конечно, такая грязь. Она, наверное, проглотила жвачку. Это, какую-нибудь. А это так много такая. Это озеро это. Там снега. Вода вот стоит. Земля уже даже не принимает воду. Тут красиво как. В городе уже снега нету. В городе уже нет снега. А здесь вот навал. Ну-ка, Женька. Подержи девушку, фонарик. Какой фонарик? Да мы уж его фоткали, этот фонарик. Тут там. За городом фоткали. Какая разница? Он еще белочка, Дим, смотри. Где? За будку спряталась. Вон там она. Сейчас мы подойдем поближе. О, смотри, выскочила. Убежала, видел? Вон она. Их две тут. Ленка, иди уже вы. Идите. Крыса отсюда. Тише, тише, не мешай. Вот они играют. Другая убежала туда. Смотри, она орешек кушает. Жень, ну потише там. Пугаешь ее. Она кушает орешек. Че? На какую ты хочешь карусель? Я хочу на ту карусель. Там большая слишком для тебя. Нет, я хочу на ней. Что? Светится, а, который светится? Ну, не знаю, на какой ты хочешь, Дим? Я хочу на эту и на эту и на эту. На одной, какой ты хочешь, Светится? Я, значит, я буду кататься. Жень, куда пошел? Кто-то отлученный. Да, ладно, на... давай выберем. Большая. Ну, мне кажется, либо вот такую, либо такую. Может, такую вот? Давай. А ты сидеть-то будешь? Да. Один будешь сидеть? Один будешь сидеть? Да, один. Вставать будет нельзя. А здесь вот, наверное, они двигаются просто. Или здесь? Какую? Вон ту, кого вот эту. Вон там еще. А, ну там она для взрослых деток. Ну давай до этой. Давай до этой. Ну это для взрослых, она подниматься высоко будет, ты испугаешься. Нет, нет, нет. Давай на этой карусели. Смотри, улицы наклеили. А, ну ползут они как будто, да? Давай. Ну, куда наверное, путь? Мне кажется, на той надо. Это поднимается, это взрослый будет. На взрослый, вон там, он какие машины классные, смотри. Там же один его одного или там с мамой? Спроси, как она называется вот эта? У мамы какая машина, гончая. Только вставать нельзя, ты понял меня? Трактор, смотри, вон. Пошли, Дим, пойдем. Пойдем. Ну куда ты полез? Ну лезь, лезь. А спасибо. Папа, лезь. Где ты там у меня? О, Дим, вот тебе надо куда? Зеркало дома какое иметь. Чтоб ты был толстый.
Пляж. О, какой Дима. Пупленький стал, как кабачок прям. А тут худые какие мы. Вот, мне надо вот такое зеркало домой. Жень, мне надо вот такое зеркало домой. Давай, возьми сюда, быстрее. Дим, ну не прыгай. Дошли. А, тут обычное, да? Обычное зеркало. А тут смотри, что? Какой папа маленький. Ой, а тут и мама маленькая. Ну-ка, а он подальше отойдет? Или нет? Маленькие. И маленькие. Пойдемте на веселую ферму. Пошли. А то сейчас не дождутся нас. А где веселая ферма? Вон там подальше. А тут моя любимая. Сейчас не работает. Все только готовятся еще. Готовятся. А там музыка играет. Кто-то уже готов. А там он прыгает. Все только еще готовятся, включают свои. Не спотыкнись, шланг аккуратно. Все перемывают после зимы. Фильма. Давай, давай, иди. А вы его посадите или? Да, или да, конечно, самой? Сейчас. Пойдем. Корова какая страна. Убирай, куда сядешь? Сюда? Садись вперед, Дима, вперед. Смотри, только вставать нельзя, там будет. Там пристегивают еще. Поехали. За руль взял. Расскажешь свои впечатления? Спасибо сказать не забудь. Скажи спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, понравилось тебе? Да. Расскажешь впечатление? Смотри, какая корова здоровенная. А ты по сторонам посмотрел там и поросеночек, и там смотри. Кого только нету там. Ты смотрел по сторонам? Смотри, там бабушка вон с коровами, поросеночек, овечечка. Это я поеду рельсами ехать. Ну ты же рулил? Я поеду. Я включил уже все такое. Давай, я буду снимать. Да. Все.
Все, приехали. Каскадеры. А? Каскадеры. Приехали. Ну все. Ну заходите, ладно. Ты сам хотел, а там руль такой, он прям заворачивается, заворачивается вот так вот, быстро, 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 его прям держать надо. Вот чуть-чуть ты подрастешь, тебе будет 6 лет, и ты уже будешь сам. Да? Фух. Ой, господи. Вы видели, наверное, да, как я каталась, Жень? Как я каталась. Это было очень страшно, очень быстро, это ужасно, конечно. Ты куда пошел? А там кто-то катается. Горки. В моем детстве, мне кажется, они были гораздо это, не такие. Идем. Идем. Не бегай только, не бегай. А то спотыкнешься. Ну, посмотрим, что еще там есть. Надо было пап тебе тоже. Там, тем более, не так дорого, 150. Подписчикам пока. Да я врезаюсь, я не понимала, что такое. Блин, ну что не так, я же кручу его. Короче, там если два раза направо повернуть, то она едет назад. Я кручу, кручу, не пойму. Оказывается, просто газ надо было отжать, и она бы остановилась. А я забыла вообще, это бум-бум меня бьет, я уже чувствую, в позвоночнике боль появляется. Блин, думаю, что делать? Мне кажется, наше детство, оно было не такая для этого. Сейчас туда пойдем, да. Да, пап? А ты в детстве катался на такой карусели? Я в Сочи катался, да. Мне кажется, она была не такая быстрая, да? В Сочи уже были, я помню, катался. Мне кажется, она не такая быстрая. И тоже мама со мной сидела. Мне было 5 лет, мама со мной сидела. Она рулила? Ну вот видишь, даже мама где-то. Женя рулила. Вот там посмотрим папу. Я сейчас тебя сфоткаю. Сфоткаешь себя? Сильный, с ширинкой растянутый. Ой, попами, попами, танцы. Наша дружная семья. О, все маленькие, а Дима пухленький какой. Ох, какой пухляшка. Ой, какой пухляшка. А щечки какие. Ну, ты совсем... А мы что-то, я не пойму, нас вообще не видать. Слушай, вот тут что ли? Зеркала еще грязные.
Ух ты, бат какой длинный. А у тебя голова какая, Женя, отсюда его надо. Отсюда его надо, у него такая голова там длинная. О, какая нога. У мамы смотри, какие ноги длинные. А у Димы шея длинная какая. Шея, он, блин, там с разных сторон, по-разному. Не знаю, но она прям очень быстрая. Я врезалась, блин, вообще кошмар. Слушай, АВС, это что такое? Это туалет, что ли? Вроде не похоже на туалет. А вон лавочки все спрятались. А, тут вон это какая. Ну, работают они нормально. А ты еще вообще лялька. Ты губу сосешь, ты лялька. Ну, лавочки смотри, пап. Пап, лавочки говорю. Слушай, а давай, знаю, фархаус, может, есть зоопарк точно? Давай. Пойдем в фархаус. Травка вон. Зелененькая. Нет там белочек? Белочки уже с вами мы видели. Очень, она очень быстро ездит. Короче, когда ездишь, надо еще немножечко периодически нажимать, отпускать вот это вот газ. Вот очень быстро. И места мало становится. Надо вот как-то вот очень много. И девчонка нас, смотрю, уже догоняет. Мы скорее. Короче, так вот. Ты вообще кого там слушаешь, Дим? Меня или папу? Ух ты, там смотри, какое дерево, Жень, с дырочкой внутри. С дырочкой, классно. У них срубы, среза нету. Какое, надо же смотреть. С дырочкой. И там, наверное, пенек с дырочкой. Пойдем посмотрим. Там и пенек, наверное, с дырочкой. Он, наверное, внутри сгнил. Навряд ли, мне кажется, они вырезали каждый пенечек. Вот бы у меня тоненький такой срез, я бы эпоксидкой залила. Дырка, да. Дырочка, идем посмотри. Дырочка, видишь, как бывает? Занос, бум. Это вот съели там, наверное, вот так, да, жучки и всякие, да. И все они, смотри, с дырочками, прикольно так. С дырочками. Ну, сломалось оно. Внутри съели, держать-то нет. Нечем держать. Что оно стало, легенькое? Понги, смотришь, Дим? Сломалось оно, его потом распилили. А тут сосновый бор, смотри, пап. Еще тоже не убрато ничего. Надо было нам орешки взять для белочек. Вот каждый раз мы приезжаем, каждый раз тут уже вспоминаю, что нужно было взять орешки. Парк Гагарина. Да, пап? Вон они, белочки, смотри, тихо. Вон они. Вон они полазят, да, 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 по этой. Ой, трое. Их много. Пятеро. Пятеро? Да. А там еще и птицы. Нет, раз, два, три, четыре, пять. Пять белок. Подожди, Дим. Давай тут рисовать тогда руками. Мам, давай. Тут, а да. Где пятая? Ты одну только увидела. Да. А, не вон они где. Так, мам, Дим, давай. Дай руку мне. Ой, она смотри, кушает орешек там. Белочку смотри. Орешки, смотри, баба. Она прям там копошится так, как будто стирает. Да, присунуться, мам. Я не взяла мелкие. Надо же. Забыл я. Вот. Тюфяк. Тюфяк. А он на утку похож. Я их за дерево зашел.
Такой некрасивый был. Красивый? Мне тоже нравится. Крыша, видишь, внизу находится. Велосипед даже, смотри, Жень, наверх приделала. До 5 лет. Дети до 5 лет бесплатно. До 5 лет бесплатно. Перевернуть дом. А там такая... Там живут люди. Пойдем, может, там. Лучше, если зоопарк. Сюда мы сходим. Да. Посмотрим, зоопарк там есть или нет. Там зоопарк. Да, в Пархаус сейчас пойдем посмотрим. Хотя, если честно, я этот магазин не очень люблю. Тут однажды одна женщина погибла на экскаваторе. Помнишь? У нее 2 детей осталось. Ее экскаватор засосал и съел. Да, заживо. 2 детей осталось. Но еще и до этого не любила его. Есть такие торговые центры, которые мне не нравятся очень. Вот Пархаус. Не знаю почему, но не нравится он мне. Какой-то он такой висит. Не такой, да? А, не Нью-Йорк. Нью-Йорк или остался? Кстати, очень нравится магазин, очень классный. Там такие цены, скидки всегда. И одежда крутая бывает. Периодически. Он остался. Париж. Александр, что-то там. Одяй. Он тут закрылся. Ну, кстати, есть. Остались магазины с модной одеждой. Все, кстати, одежда висит на месте. Я думала, вообще полки пустые. Витуаль тоже битком. Сейчас мы посмотрим. Сумочка. Дим. Ты че? Вон какая. Какие платья. Сумочки. Витуаль. Все на месте, Витуаль. Ничего не скупили. А вон Модха Каре. Он закрытый детский магазин. Видимо, не наш. Шарики. Там охранник такой стоит, как кукла. В одну точку смотрит. Связной. Какая-то конструкция, видимо, чинит, что ли, крышу или что-то, непонятно. Игрушки такие клевые. Моне. Совсем магазин на месте. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас она шлепнется, сова. Зачем она тебе нужна? Не знаю. У тебя сов таких миллионы целые. Играет. Ты не играешь, там вся проблема. Играл бы, купили бы, не жалко. Когда один только родился, здесь. Кого брали? Мы сейчас покупали Диме, кстати, одежку. Диме? Одежку? Да. Я не помню. А вон небольшой кафе, смотри. Велосипеды такие стоят. Красиво как. Какой-то. А, вьетнамская кухня. Фо ми. Кстати, очень красиво. Кафе такая. Дим, ты штаны забыл одеть? Нет, совсем магазин на месте, а Вовка на месте. Прям одежда очень... Я не знаю, мне кажется, тут цены, конечно, сейчас уже ого-го какие стали. Лаура Лебек. Он прям... А, фонарики? Да. Дидрик Сонс. А мне нравится в Эль Рио. Помнишь, Жень, мы ходили, 2 магазина там было. Сансей, по-моему, какой еще? Кёда, что? Не, Кёда это обувь. Сансей. И какой как-то он? Крот или грот. Или как же он как-то назывался? Такая там одежда прям такая. Клевая, очень классная. Ну это, да, в Эль Рио. Че? В Эль Рио, да? Эль Рио. А ты тебя назвал что? Галерио. А ты сказал Галериро. Видео. Холодильники 60 тысяч.
Аэр. Видно, в серканете читается там мало. Ну смотри, Жень, костюм какой голубой с золотым цветом. Вот куда идти таком? На работу, наверное. Видишь, самая богатая, самая крутая, стоит, наверное. Такой костюм очень дорого. А я отпустим. Дома отпустим его. Мы возьмем, привяжем к чему-нибудь. Спортмастер. Тут что, носки, коллекция носков. Давай. Кстати, торговый центр пустой. Что, кстати, очень интересно. Пусто. А, ну хотя сегодня еще четверг, кстати. Вечер почти уже. Может быть, ближе к вечеру уже становится более. А, да, блин, там игрушка. Центра ДНС вон, спортмастер. Шарики купим обязательно. Охранник. Макдональдс закрытый. КФС, Бибетон, Тататон, Луиджон, Мушалон, Казазон. А, вон там он закрытый, он. Зоопарк. Надеялись то, что... Ну, видимо, в пандемии еще. Тут вон что-то там ремонтируют, наверное, крышу, что ли. Макдональдс закрыт. Надо еще офисы нам поднять. Что, зеркало, что ли? А, зеркало. Тут что? Пойдемте нам за шариками вниз. А мороженое? Да, мороженое. Ну, потом на двоих. Ну, на двоих. Давай и ты поделишься, мам, с мороженым. А кофе дома купишь, да? Здесь дома. А. Ну да, я сегодня пойду в пекарню. Ну да, да. Если меня сорок улетит, вы его поймаете, да? Я его понесу. Или папа понесет? Я маме сердечко куплю, а Дима выйдет. Ты КФС меня ведешь? А где у нас тут нет? Макдональдс закрыт. Ты на ДИС, пойдем. Блин, забыл. А то сейчас наешь какой-то. Точно. Он останет на весу. Да, надо потерпеть. Я потом одна сюда приеду, поем спокойно. Как-нибудь в выходные. Мороженое. Ладно? Ты меня отпускай. Такой вкусный. Дай мне мороженое. Дай что мне. Холодное. Ты его во рту немножко там поддерживай. Сюда. Ну-ка, пап, может, ты нас поснимаешь? Ну, я шарик беру. Да что ты деловой-то? Кстати, это было мороженое от Палыча, да?
Вася. Да, это мне. Язык, язык, ты прям рот так открываешь, как будто его сейчас весь залпом съешь. Мы еще перекрестик зайдем? Не знаю, что хотел. Такси будет. Такси? Нет, мы погуляем еще по концам. И к сырам выйдет такси. Я вас домой завезу, а сам поеду в пекарню. Дим, ну ты спился прямо у меня. А? Ну да. Ну давай. Любимой мамочки. Вафельки ты так берешь? Угу. Локатом языком. Не локать. Сладкий, вот и лосаль. Дим, не надо вам мороженое. Вон, смотрите. Сидим.